Вообще говоря, я являюсь противником самой идеи безинерционного движения. Ну, согласись, что странно. Безопорного, безинерционного, безопорного. Безопорного движения, хотел сказать, безопорного. Являюсь противником. Вот, по большому счету. Но когда мы вот это об инерциоидах видео делали, многие люди этого не поняли и до сих пор ко мне обращаются со всевозможными предложениями. Тем не менее, вот сейчас хочется признать, что все-таки механизм, от изучения которого я всяческим образом уклонялся, хотя о существовании его знал, речь идет об М-драйве американского инженера, авиа- и космостроителя Роджера Шойера. Вот, несмотря вот на все это, то в связи с утекшим в прессу и появившимся отчетом испытаний НАСА этого самого механизма, хочется сказать, что я был неправ. Хотя то, что там будет, это совсем не безопорное движение, а нечто совершенно другое, как бы. Постараюсь показать, что принцип его странного действия основан на сочетании двух давно известных эффектов. Первый эффект – это эффект Казимира. Второй эффект – это эффект Аронова-Бома. Вот такая у меня простой проект. Ну, сначала расскажем несколько слов, что из себя представляет такой этот самый M-Drive. Почему Какой эффект Казимира? эффект, ну, расскажу. Ладно, пойду потом, пойду. Значит, что из себя представляет вот этот самый M-Drive? M-Drive. Он представляет из себя вот такую конструкцию. Она пишет. Вот такую конструкцию. Вот так она устроена. То есть это какая-то металлическая конструкция. Ну, здесь есть на нее еще всякие навороты, тут какие-то на нее на расстоянии какие-то пластины напаяны. Но в самом деле это вот такой резонатор, напоминает с виду то ли латунный, то ли медный, то есть блестящий в этом же диапазоне. Вот он резонатор. Там создается микроволновое излучение. Это что? Ну, Картинка? А. круг. Они вот в форме вот здесь. Это вот как бы. Здесь как бы они круги. То есть конус, который сужается, потом переходит вот в такой, как Цилиндр. цилиндр, да, кусочек цилиндра. То есть вот такова его конструкция. Здесь у нас происходит микроволновое излучение. Там внутри создается каким-то образом. Значит, оно происходит на частоте порядка 2 мегагерц микроволновое излучение. И как только оно там возникает, а он раз металлическим полностью изолирован от окружающего мира, вот этого самого излучения, то вот этот самый, вся эта конструкция M-Drive начинает двигаться вот сюда, в сторону вот этого острого конца, что очень странно. Значит, в зависимости от мощности излучения, здесь работает какая-то такая сила. Сила равна, чтобы одним и тем же цветом не писать, скажу, что сила равна примерно 1,2 на 10 минус третьих ньютона на ватт. Вот так. Вот по-русски. На ватт. То есть мы создаем здесь 1 ватт, 10 минус третьих ньютона примерно сила, которая начинает утолкать туда. Мы создаем здесь мегаватт, тогда у нас здесь 1000, ну, у нас киловатт ньютона начинает толкать достаточно сильно. Они проводили испытания в ваттном диапазоне. То есть у них 60, 80, нет, 40, 60, 80 ватт была мощность вот этого здесь потраченного излучения на микроизлучение. Это источник излучения какой-то? Да, микроволновое. Как я работает, как оно, я не знаю, но вот есть какое-то микроволновое вот излучение, оно как-то образом создается. Вот. И оно, это микроволновое излучение, оно, значит, у нас существует. Вот это микроволновое излучение. После этого, значит, тут создается некоторая движущая сила. Очевидно, что такого рода устройство с первого взгляда полностью противоречит, значит, этому закону сохранения импульса. Это было бы странно. И человек, кстати, он совершенно не физик, он авиакосмический инженер, и он совершенно радостно со всеми этими вещами живет уже с 2001 года, когда это предложил. Народ, разумеется, отмахивался. Но сейчас провели еще уже официальные испытания. Эта статья с подписью то ли 7, то ли 8 человек из лаборатории НАСА показывает, что сила вот именно такая. То есть оказывается, что вот эта штука совершенно образом, странным образом работает. Вот. Такая это вещь. И складывается впечатление, что безопорная. Потому что
поверим этим мастерам на слово, что это связано ни в коем случае не из разного состава двух торцов вот этого самого, этой конструкции M-драйва. Нет какого-то там излучения, нет нагрева, ничего другого. Хочу сразу же заметить. Очевидно, что вот эта частота излучения, она существенным образом меньше, чем характерная плазмонная частота для металла. Вот, потому что это металл, любой металл он в оптическом диапазоне он отражает, то есть у него плазмонная частота, частота, в которой колебания оказываются. Вот, у него плазмонная частота в ультрафиолетовой области только. Ну, вот такие вот вещи. А здесь она у нас как бы... Плазмонная частота. Плазмонная, это когда ты светишь на металл, тогда электроны начинают колебаться и подстраиваются таким образом, что полностью отразить свет, который к тебе пришел. Если у тебя эта плазмонная частота будет выше, их колебаний выше, то они подстроиться не успеют. И металл у тебя будет поглощать, значит, соответствующим образом свет или электромагнитное излучение. Ну вот это называется плазмонной частотой. Частота плазмонов. То есть плазмоны это как бы возбуждение вот такие или для электронов. Вот такая вещь. У тебя все металлы, а он сделан очевидно из какого-то металла. У тебя все металлы, а у них как бы плазмонная частота находится в ультрафиолете. Электроны будут колебаться же с частотой волны, которая на них воздействует. Да, они будут колебаться до той простой прочтения. Но до той поры, пока она не будет настолько велика, эта частота, что они не могут успевать с ней колебаться. Тогда они не смогут под него подстроиться. И они будут, и тогда у тебя этот металл будет поглощать электричество. Ой, электричество, электромагнитные волны. То есть ты заведомо, если у тебя, например, видимый свет, это порядка 500 терагерц. А здесь 2 мегагерца. То есть здесь частота маленькая, и ясно, что все вот микроволновое излучение, которое там есть, оно будет обратно отражаться. То есть оно, это по сути резонатор микроволнового излучения. Согласен? То есть оно не будет поглощаться. Вот. А когда у тебя выше вот этой плазмонной частоты характерной, то у тебя электроны не успевают подстраиваться уже никак. Не успевают. И вынуждены поглощать электромагнитное излучение. Но здесь вот такова рода вещь у нас происходит. Так, я вот на это дело смотрю, и все, что мне вспоминается в первую очередь, это, во-первых, не локально связанное с Аароновым Боумом эффектом, а второе, так называемый знаменитый эффект Казимира, о котором сейчас я и буду говорить. Что такое эффект Казимира? Эффект Казимира – это как бы считается сила притяжения двух мощных пластин больших, или, например, двух досок. Вот взял доску, вот такую, положил доску, ну вот, уже не пишет здесь, но оказалось сыро очень. Положил доску вот здесь, доску положил какую-то. Вот. И между ними возникла сила притяжения, ну просто так, на воду положил, допустим. Почему? Потому что здесь везде происходит колебание. Вода же, оно колеблется. Но оно здесь, колебание между ними, устроено так, чтобы вот сюда и сюда вот эта волна как бы имела считанное количество длин. То есть она приходила как бы в нуле. Представляешь, да, Стас? В нуле она приходит. То есть такая вот эта длина, ну, две волны, 3, 4, 5, 6. А все остальные моды подавляются за счет вот этого эффекта. Но снаружи они существуют, и поэтому снаружи они как бы начинают ее толкать в эти стороны, а здесь они подавлены тихонечко, их как бы нет. Значит, вообще этот эффект Казимира, он как бы раньше наблюдался. Например, берешь ты маленькие частицы, кладешь их в воду, они такие большие, они начинают между собой слипаться за счет этого эффекта. Моряки заметили, что едут, если два корабля плывут параллельными курсами, два длинных близко, то они друг к другу в конце концов притянутся и будут столкнуться. То есть их надо как-то разводить. Поэтому кто пишет, как адмирал Кузнецов должны заправлять на ходу, то есть идя параллельными курсами с танкерами, то это как бы несколько странно. Но может быть, они вот это притяжение, связанное с эффектом Казимира, они как бы так учитывают. Вот. Ну, я тоже такую вещь наблюдал неоднократно. Ну, на пруд положили две большие доски, через некоторое время высока вероятность, что они между собой слипнутся, подплывут одна к другой.
То есть тоже такое, тоже, может быть, все это наблюдали. Вот, также. Галактики. Если ты возьмешь галактики, разнесешь на большое количество, то спецы утверждают, что эффект Казимира, то есть притяжение от этих галактик, по своему эффекту будет выше, чем гравитационное притяжение на больших расстояниях. Так а там-то за счет чего? За счет гравитационных волн? За счет виртуальных электромагнитных волн считается. За счет виртуальных. И он наблюдается... Виртуальных электромагнитных волн не бывает. Ну, у тебя есть вакуум, у которого у тебя есть частиц большое количество всевозможных. У тебя. Они там между собой колеблются. И у тебя возникают некоторые волны, которые, вообще говоря, сколько угодно длинны. Да? Любой природы. Абсолютно любой. Совершенно не гравитационный. Вот. И считается, что таким образом волны, находящиеся между двумя пластинами, по этому закону вот так подавляются опять-таки, а снаружи не подавляются. И пластины вот эти большие, это измерялось на практике в вакууме, они начинают сближаться и испытывают между собой силу притяжения. И он как-то в электродинамике, в этой квантовой электродинамике даже считается. Для него, для эффекта Казимира, есть выражение, которое находится в хорошем соотношении с практикой. Вот. Такова, значит, ситуация. Ну, тут же прибежали теоретики всевозможные и начинают рассуждать по поводу того, что наше пространство из-за эффекта Казимира можно наделить тем, что называют отрицательным давлением. Ну, по смыслу примерно так, да? У тебя, когда давление, ты накачал, скажем, воздух во что-то, и у тебя расперло, как бы, начинает давить на стенки. А здесь, как бы, ты положил их в вакуум, две пластинки, они между собой будут сближаться. У тебя возникают какие-то волны, кто говорит виртуальные, я в виртуальные, сам ты понимаешь, не особо верю. Я вообще не понимаю, что такое виртуальная волна. Виртуальные частицы. Виртуальные частицы. Не существует в форме свободной волны. Ну, почему? Ну, у тебя же существуют эти виртуальные частицы, то возникают, то появляются. Ну. Например, у тебя когда частицы, например, с позиции электродинамики, ее заряд всегда не настоящий. Почему? Потому что она облеплена виртуальными частицами. Ну и здесь точно так же. Они то возникают, то исчезают. Но они устроены таким образом, что они возникают вне этой пластины, между пластинами по-другому. Потому что их длины, то есть дебролевские или какие-то еще, они, часть из них подавляются. А часть из них, вот этих длинных этих виртуальных пар или чего-либо еще, я не готов это обсуждать, потому что могу сказать, на воде это понятно как. Да? У тебя телефон? Да, ну ладно, потом. На воде это понятно, как происходит. Вот. А здесь оно как бы непонятно, как происходит. Вот так. Такова, значит, наша ситуация. С водой понятно, да? Mm-hmm. Что происходит? Как это происходит в квантовой электродинамике, не очень понятно. Потому что такое виртуальные частицы, ну, раз есть виртуальные частицы, есть виртуальная волна, совершенно непонятно. Ну, народ пишет наверняка какие-то уравнения, какие она пишет, он не знает. Но меня интересует сам эффект. Эффект, оказывается, что квантово-механически наблюдаемый эффект состоит в том, что пространство обладает отрицательным давлением. Вот. То есть две пластины у нас притягиваются. Теперь спрашивается в задаче, а нельзя ли вот эту самую вещь использовать таким образом, чтобы двигать не одну пластину к другой? А ведь согласись, такое движение можно назвать безопорным, правильно? Когда пластину к пластине двинешь. А поскольку у тебя там участвуют как бы виртуальные частицы на самом деле, то у тебя вроде бы и закон о сохранении импульса здесь ни при чем. Но с другой стороны, когда ты смотришь на воду, на корабли, ты понимаешь, что у тебя по большому счету тебя толкают внешние волны. Внешние волны толкают тебя, а внутренние у тебя подавлены, там тише да гладь. И в результате корабли между собой бортами съезжаются. Вот. То есть как бы оно не совсем и безопорное, то есть получается. Получается обычное. Такова, значит, это наша ситуация. А хочется понять, а нельзя ли сделать таким образом, что вот эта самая частица, она как-то двигалась в одном направлении без второй доски? Чтобы не было одна доска с другой доской. И на самом деле эту штуку можно каким-то образом сделать. То есть если у тебя стоит, опять я рисую, и опять она не пишется. Если я рисую вот этот самый конус, значит, вот этого самого устройства, то что мы можем сделать? Вообще говоря, мы можем пытаться управлять
вот этими волнами, которые здесь есть, все они должны быть в нуле, но мы можем попытаться как-то управлять, чтобы количество здесь их было меньше, чем количество здесь. Ну странно, каким образом мы это можем сделать? Они снаружи, ты говоришь, вообще их нет. Да, а мы все находимся внутри. Как мы можем сделать? Ну мы вспоминаем наш парадокс, то есть чудесный эксперимент, увенчанный Нобелевскими премиями и всем прочим, Аронова Бома. Он состоит в том, что у тебя есть опять область какая-то, например, повод, в котором что-то происходит, но наружу это никак не влияет, а у тебя летит электрон, и он на ней и рассеивается. То есть совершенно не пишет уже ничего. Вот. И он рассеивается. И здесь у тебя возникает дифракционная картинка на другой стороне. Почему она возникает? Ведь силового взаимодействия с проводом нет. Но она меняется. Ты меняешь здесь потенциал электромагнитный. И картинка съезжается и разъезжается. Понятно, откуда она возникает. Потому что у тебя есть длина Деброля, лямбда. Именно она отвечает за интерференцию электронов, лямбда. Она пропорциональна следующим образом импульсу. А импульс это P минус E на A на C. Вот такая штука. Где А, это у нас электромагнитный потенциал векторный, который у нас изменяется. Я об этом постоянно говорил, и говорил, что вот тема на квантовой механике хороша, что у ней вроде бы калибровочный принцип не наблюдается. Потому что если мы делаем там соответствующее калибровочное преобразование, то у нас все уравнения электродинамики, связанные только с полями, у них вот, все вот эти ашки и фишки, они сокращаются, никак они на него не влияют. Ну, в определенных случаях, да? Вот. А здесь у нас получается, что... Ну, что нам интересно? Что меняя потенциал в области, в которую никак не может проникнуть электрон, мы меняем картинку снаружи. Вот, фундаментально. Здесь я полагаю всего лишь, что работает тот же самый принцип. Надо понять, что здесь происходит точно. Но очень похоже, что здесь есть область неоднородного потенциала. Раз у тебя существует область неоднородного потенциала, хочется заметить, что тогда здесь, вот с этой стороны, волны подавляются гораздо лучше, чем с этой стороны. Ну, как бы, представляете, что, допустим, здесь у нас как бы две волны вот таких идут, да, за счет чего-то там, А здесь соответствующим им соответствует одна. И вот если их таким образом... Откуда волны снаружи? Вот те же самые, которые в эффектике Земира. Ну, назови их электромагнитным излучением пронизывающей Вселенной. А виртуальными частицами. То есть вот эти вакуум. Вот так работает то самое давление. Здесь у тебя две пластины, они вот эти волны, которые были между ними, они их давили. Потому что на концах они всегда должны быть нули. То есть она может болтаться как угодно, но концах должна быть нули. А здесь за счет электромагнитного, здесь они тоже как-то давятся. Но если бы картинка была симметричная полностью, что здесь подавило, что здесь подавило, все равно. Вот если бы одна пластина, у нее с одной стороны и с другой картина однородная. Ну, и она бы никуда не поехала. А здесь за счет эффекта Аронова-Бома, я полагаю, за счет вот этих самых потенциалов, происходит картинка, что здесь вот эти самые волны, они давятся гораздо сильнее. А почему за счет эффекта Аронова-Бома? Не знаю. Не додумал. Подожди. Да, ну а как? В смысле, а может, почему здесь тогда эффект Аронова-Бома? Значит, эффект, потому что у тебя, когда летели реальные электроны, рассеивались на этих вещах, то деброллевская длина волны их зависела от потенциала, который находится внутри изолированного провода. Здесь точно так же. У тебя есть некоторые виртуальные частицы, которые приходят сюда и отражаются, Ну, представь себе картинку, что отсюда летят виртуальные частицы, и отсюда летят виртуальные частицы. В общем, летят они специфическим образом, таким, что если бы у нас было второе бы устройство здесь, то вот здесь бы вот этих давление от виртуальных частиц было бы меньше, чем от тех виртуальных частиц снаружи. Они бы здесь подавлялись. А теперь здесь точно так же. У тебя получается, что за счет того, что ты... Ну, как у тебя картинка деброллевская, она вот так расползается. И вот ты как бы на эту вот самую картинку таким образом смотришь, и получается, что ты можешь управлять длиной волны виртуальных частиц вот отсюда, без силового взаимодействия. Вот в Аронова-Бома ты можешь управлять длиной волны электронов,
То есть они все равно облетают ее как бы по этим, по обычным траекториям. Силового взаимодействия нет. Но ты можешь управлять, то есть, но они длину волны свою меняют. Они летят, но длина добровольская длина волны их разная. За счет этого возникает вот этот замечательный интерференционный эффект. Здесь точно так же. Ты можешь управлять, как бы получается, длиной волны этих виртуальных частиц. И получается, что из-за неоднородности векторного потенциала вот там, вполне возможно, оказывается, что вот у нас вот эти самые штуки с этой стороны, эти как бы виртуальные удары или виртуальные вот эти частицы давятся гораздо больше, чем с этой. И у нас возникает легкое движение сюда. Вот оно должно быть именно такое, вот такое слабое. Вот это моя как бы идея относительно всего этой вещи, которая только мне и приходит в голову. То есть понятно, что надо считать, да? То есть надо брать, конечно, но я-то это дело придумал вчера, как всегда все сыро. То есть вчера я почитал, кстати, прорекламирую в очередной раз, сайт ХТЯ и ШМ, то есть холодный термояд и шаровая молния называется. Это сайт Просвирного. Сейчас он, если кому-то нужно, кину на него ссылку. Он сейчас по новостям остался фактически лучшим и единственным сайтом у нас в российском сегменте интернета. Потому что был форум CNews раньше был. И на форуме CNews был раздел наука и техники. И народ весь там тусовался. Но сейчас всех, судя по всему, внешние модераторы, они забанили. Ну, меня за что забанили? За то, что я часто делал ссылки на философский штурм. Из-за этого меня забанили до 43-го года. То есть они явно не знали, кто я такой. Они просто внешние, формально. Поскольку я делаю отсылы с их сайта на чужой, то меня забанили. И таким образом они полностью уничтожили там всю жизнь. Вот в этом вещи. Поэтому я всем рекомендую. Всем рекомендую вот этот ХТЯ и ШМ сайт. В нем более-менее постоянно появляются какие-то новые факты, новые ссылки на всевозможного рода статьи. Хотя вот с этим я давно уже слышу о нем, ну лет 5, а автор уже прыгает с этой вещью лет 15. И поразительно, что человек создал некоторое устройство, не будучи физиком, не рассуждая о физике. И самое главное, у него хватило денег, самое главное, силы и мужества, что в течение 15 лет это дело продавливать. И ведь продавил. Вот у меня бы не хватило. Но есть такой эффект, есть, работает. Но ходить, навязываться, плясать с ним где-то еще не хватило бы. А у человека хватило сил. И он это с этим делом справился. Ну, вот я не знаю. Вот единственное, что ко мне вот приходит в голову, чтобы объяснить принципы его работы, это такая специфическая комбинация двух известных эффектов, то есть эффекта Аронова Бома, связанный с нелокальностью. А здесь у нас действительно нелокальность. Микроволновое излучение внутри, а эффект снаружи. Все, что мы об этом знаем, это знаем вот такие вот эти вещи, связанные с Ароновым Бомом. И отрицательное давление во Вселенной свободной от вещества. То есть связанное с эффектом Казимира, про который я давно знаю, давно им любуюсь уже. Действительно, это чрезвычайно яркий и необычный эффект, подтвержденный на практике, рассчитанный в квантовой электродинамике достаточно хорошо. Для него есть какая-то формула, даже для силы вот этой, от чего-то она там зависит. Но и это прекрасно как бы. Я могу сказать, что это фактически один из немногих собственных эффектов, которые ярких, которые, вообще говоря, осчастливила нас квантовая электродинамика. Их не так много, но вот это один из них. А? Ну, их не так много таких. Ну, вот я еще рассеяние света на свете, постоянно о нем говорил. Потому что в нормальной жизни такого не бывает. У нас один свет проходит друг другого, и тут на свете не рассеивается. А там рассеивается. И это вот этот эффект в гамме диапазона, гамма-излучения, он, безусловно, тоже очень-очень значим. И вот этот эффект Казимира. И вот становится ясно, если мы можем галактики между собой пытаться сблизить с маленькой силой, но мы можем сблизить. И нам всегда нужно, как бы была вторая доска, вторая пластина, вторая галактика. Ну а разве нельзя его, пользуясь эффектом Ааронова Бома, сделать таким образом, чтобы он просто двигался на одном месте? Но при чем здесь НАСА, опять хочется сказать? Тут же какая-то появилась статья на ленте, которая говорит, ну сила-то, конечно, маленькая, но представьте себе, у нас там реактор мегаэлектронвольт, мы летим до Марса. А представьте себе, за сколько-то там месяцев,
А представьте, у нас гигаваттный реактор. Мы тогда за несколько часов долетим и так далее. Но гигаваттный реактор, он и будет весить, и, соответственно, очень тяжелый он будет, соответственно. И вот такие образы. Но почему за это могло НАСА зацепиться? Потому что здесь не надо что-то отбрасывать. Ведь когда мы летим в космосе, мы всегда должны из закона сохранения после чего-то выкидывать из себя с корабля. Мусор, там, поток частиц, фотонный двигатель, если фотонами светить. Или можем что-то ловить, например, солнечное излучение. То есть солнечные паруса, одна из проектов, такая громадная яхта с полземли. Она раскинула такой легкий этот парус, и излучение от солнца ловит, в первую очередь, протоны. Они ее толкают туда вперед, но на солнечном ветре летает. Ну, получается, что слабый там эффект. Вот этот эффект уже оказывается более значим. Вот. Соответственным образом. Ну, пока. Не получается его использовать. То есть эффект слабый. Но вот если хорошо поработать вот с этим потенциалом, который там возникает, и вот этим самым излучением, которое там происходит, и что-то там такое подобрать в конфигурации, то вполне возможно удастся поднять коэффициент отношения силы тяги к мощности излучения внутреннего. Вот, вполне. Потому что мы помним всю эту историю с братьями Райт, что люди давно подозревали, что летать так можно. И около 40 лет шли упорные эксперименты. И были люди, которые потратили на это дело около 50 тысяч долларов США. Это я не знаю, сколько сейчас. Может, 50 миллионов, может, 100 на нынешние деньги. А может, 200 или 300. То есть очень сильно изменилось в 19 веке. И пока вот эти два парня, владельцы велосипедной мастерской, не смогли пролететь там сотню метров. И после этого пошел очень быстрый прогресс, который дошел до 50-х годов 20 века и резко затормозился, потому что достигли своего определенного рода предела. Так что вполне возможно, с этой технологией будет как так-то. Хотя в сильный прогресс я ее не верю. Так же, как не верил Фарадей в свои электромеханические игрушки. Потому что, ну что такое электромагнетизм? Ну для детей можно будет игрушки забавные делать. И все, и больше ни к чему. Ну вот сделали. Ну, по крайней мере, это очень важно. Мы видим пример типа безопорного движения. Но с одной стороны. Ну, а с другой стороны, что мы имеем механизм, хочется верить, что это не фейк, что это не фальсификация. Ну, скорее всего, не фейк, не фальсификация, не что-то другое. А действительно, некоторое вот такое работающее устройство, бросающее вызов неким заскорузлым представлениям современной физики.